Люди Антареса и равнинные племена ведут войну за свою землю. Даже жаль, что они погибнут. Они умеют сражаться достойно. Принцесса, где-то здесь лежит третья печать. Правда, в отличие от Алика, эти люди ничего о ней не знают. А вот эта принцесса Алик. Сударный крик позвонили мать. Это ее путь проводителя бесконечной финской магии наложил на них третью печать. Развеять заклинание будет нелегко. Ты уже забыл, Киран, что во мне течет эльфийская кровь? Мы не похожи на светлых эльфов, но наша магия имеет общие корни. Мы развеем заклинание Руанума. Темный снавец наградит вас, принцесса. Не сомневаюсь, лорд Киран. Так, Дамина, метка матриархов, портал, аватар. Ладно, ну хоть за Дамину немножко подействуем, а то она обычно все, так сказать, на вторых ролях, то на прогулках. Вот в кои-то веки дали ей немножко размять конечности. Созерцатель, хорошо. Где? А, дерево собирается. Хорошо, обратно. Ну и да, мои всем приветствия. Сопротивление бесполезно. Так, всадников не берем. Как по мне, слишком все же быстро отмирают. Принцесса. Наверное, все же сделаем упор на матриархов с призывом нежити. Ну, сейчас об этом, наверное, родновато. Победа будет за нами. Мы пришли из мира тьмы. Блин. Сейчас бы сообразить, как именно поступить. Ваша воля. Хотя да. Нам все равно потребуются осаждающие. Значит, через матриарха вполне себе удобно. Так, святилище. И зал. Окулус. Улучшение для созерцателей. Ну и да, насколько понимаю, сейчас опять будет просто застройка. Так что оставим ее за кадром. Властелины глубин! Прибыло наше лучшее оружие! Ничто не сравнится с ним. Если можно так сказать, я слегка в негодовании. Такой подстав в конце миссии, ну вообще никак не ожидал. Приходится вот так вот. Фактически заново все. Ну ладно. По крайней мере, подготовились. Все покорятся. Сопротивление бесполезно. Ребята, вот эти вот вообще дорогущие, шо пипец. Но вроде удар держит хорошо. Да и раздают неплохо. Так что сейчас без промедления. Мир так ничтожен. Пытаемся в наступление. Ну, по крайней мере, пока у нас вот эти ребята есть. Свет наш враг. Хотя... Так, активно. Что? В смысле, вы-то откуда здесь взялись?
Ну вот это сейчас вот серьезно. Они из воздуха, что ли, заспавнили? Этого гада надо выбивать. Это пипец. Ну то, что скелетики есть, это, конечно, хорошо, но то, что их надо заново переназначать, это пипец как неудобно. Но вот этот вот спавн под носом, вот он там только, вот прям всю стратегию сейчас сломал нахрен. Потому что пока скелеты отвлекали, мы должны были бить, ну, сверху, из-за спины. Но серьезно, вот серьезно, прямо у нас под базой они спавнятся? Вот теперь я уже немножко негодую. Так, подранок лучше, иди сюда куда-нибудь. Потом тебя заберем обратно. Ваша воля. Нас атакуют. Ладно, будем считать, что подлечился. Вперед. Хотя... Сила яда будет с нами. Я жду ваших приказов. Победа будет за нами. Есть указания. Победа будет за нами. Я жду ваших приказов. Победа будет за нами. Мы пришли из мира тьмы. И, блин, как же меня в прошлый раз эти ребята напугали. То есть просто вот после того рыцаря с 2000, вот тут такая толпа выходит, да еще и под аурами. Ну нет, это, к счастью, обычный рыцарь. А, ну да, мы уже не заказывали нового. Ё-моё! Мы пришли из мира тьмы. Засилило уже окончено.
Я жду ваших приказов. Мы пришли из мира тьмы. Есть указания? Все понимаю, но давай не надо. Да ты что ж творишь? Есть указания. Вперед! Вперед! Я жду ваших приказов. Есть указания. Победа будет за нами. Итак, в прошлый раз этих гнид здесь не было. Ну, видимо, их до этого отбили. Мы не так сразу рьяно атаковали. Ну и, соответственно, не было вот этих вот нелепых потерь. Ну, хотя, в принципе, в прошлый раз вот это вот не заспавнилось нам на голову. Победа будет за нами. Вперед! Вперед! Мы пришли из мира тьмы. Мы пришли из мира тьмы. А, понятно. Мы пришли из мира тьмы. Вы звали? Так, ставь здесь и здесь. И на всякий случай воткни по паре вышек. Ну, а затем будем... так вот отстраиваться. Эти подходы прикрывать. Ну, здесь у нас целый аватар, регенерация, лечение на родной земле, общая прочность, так что, думаю, должен выстоять. Так, в принципе, все, возвращайтесь. Есть указания. Вперед. Сюда. Мы пришли из мира тьмы. Решили сверху? Ну ладно. Если им так ближе, пусть ползут. Киран и его падшие могут быть уязвимы. Этот магический замок был сотворен силой эльфов, и только мы сможем справиться с ним. Сестры, давайте разрушим это творение Руанана. Улучшение завершено. Вы звали? А, блин, хотел его здесь ставить, но нельзя. Выполняю. Еще пригодится. Я жду ваших приказов. Здание построено. Есть указания. Победа будет за нами. Блин, вроде и выбираться надо. А вроде и слишком сильно потрепало нас. Я жду ваших приказов. Так, рабочий где-то в пути или он погиб? А, вот он идет. Ваша воля. Как пожелаете. Победа будет за нами.
Вы звали? Сила прежде всего. Ай-яй-яй. Теряем позицию. Точнее, прикрытие. Я жду ваших приказов. Вы звали? Отлично. Знаешь, здесь не все их силы. Ну или, по крайней мере, в этот раз нам на головы они не десантируются. Есть указания. Что это за твари? Они несут смерть и разрушение без звука и меча. Ваша судьба решена. Время жителей поверхности подходит к концу. Ничего не видно. Отступай. Не успел. Опять. Ну тут ладно, тут эти кубер-вышки. Чё? Блин, какого хрена вы-то выделились? А, да, мы же не заказывали, потому что кристаллов пока что не было. Нас атакуют. Давай, 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 шевелись. В упор они не видят, понимаешь. Амеда будет за нами. Я жду ваших приказов. На передовую. Яда будет за нами. Я жду ваших приказов. Пришли с мира тьмы. Свет наш враг. Указания. Так, со скелетами, конечно, дохло уже вышло. Я жду ваших приказов. Есть указания. Аряда будет за нами. Аряда.
Так, ладно. Вызвали? Ну, это, конечно, уже есть лишнее. Нас атакуют! Ну, все же. Сила прежде всего. Назад. Как назло. Как назло они именно вот... дохлыми вперед полезли. Блин, вот почему с прошлой миссии они не могли с собой взять пару гномов-целителей? Демонопоклонников-целителей. Есть указания? Где? Мы пришли из мира. Победа будет за нами. Так, ладно. Давай сюда. Здесь поставим. На самом деле это не требуется прям уж совсем. Нас атакуют. Ну, просто для удобства. Мир так уничтожен. Так, даже не знаю. Давай сюда пока что. Я жду ваших приказов. Вроде бы все. Мы пришли из мира тьмы. Так же сюда. Вперед. Там восстановится потихонечку. Назначим. Призовем. Победа будет за нами. Мы пришли из мира тьмы. Надо. Надо бароной поработать. Кстати, в прошлый раз допустил одну ошибочку. Не в плане обороны, а в том плане, что она же сказала, что сестры, давайте. Ну и сестры так сестры. Направил на эти знаки трех матриархов. Ждал несколько минут. Выяснил, что на одном из знаков должна стоять домина. Точнее, я вот здесь вот разместил домину и трех матриархов. Ну, мне так показалось, ну, в принципе, логично, что вот три точки и сама печать. Но нет. Домина должна стоять на одной из печатей и два матриарха. Я слушаю. Сопротивление так, кстати, бесполезно. Надо сразу их убрать, иначе у нас что у вас? Отряд расформируется я автоматически. Их души. Я уничтожу свет. Я слушаю. Я найду их душу. Сила прежде всего. Враг будет повержен. Здание построено. Здание построено. Здание построено. Никто не устоит перед нами. Сними так клавиша. Так, сюда. Их призови пока что. Здание построено. Здание построено. Оу, так, нет, все. Не замедлить. Сопротивление пока бесполезно. Скелеты есть, хоть какое-то прикрытие. Чё-то
Как-то я криво поставил, блин. Я слушаю. Готовьте могилы врагам. Уже не завершено. Так, активная, активная. Я жду ваших приказов. Никто ты не пройдешь устоит здесь, перед аватар нами. Тьмы. Они атакуют. А, ну да. Ну ладно. Пусть пока поковыряют. Кстати, хорошо напомнили. Чуть опять не прокололся на том же моменте. Видим просто здоровья очень много. Потому что сопротивлений вроде бы нет особых. Я найду их души. Назад. Никто не стоит перед нами. Я найду их души. Я слушаю. О, давайте тоже наверх. Готовьте могилы врага. Я уничтожу свет. Что у вас? Готовьте могилы врагам. Ну, ладно. Думаю, больше уже особо не успеем. Никто не устоит перед нами. Я найду их души. Я уничтожу свет. Мир так ничтожен. Я слушаю. Никто победа не будет за нами. Печать была сломана. Нужно пройти в зал криков.
Два проводителя ожидают пробуждения. И вот тут подстава. Аватар тьмы разбил третью печать. Пророчество сбывается. Нужно остановить падших любой ценой. Угу. Кстати, заметил, здесь очень любят разделять кристаллы и золото. По крайней мере, для нас. Так, и вот эта вот подстава. Потому что вот эти вот фиговины, они неуязвимы. Вот эти вот. Есть указания. И в целом это бы не было проблемой, если бы у меня вот этот парень... Мир так ничтожен. Типа Саватарус. Не был вот здесь вот. Пришел разжечь огонь, который поглотит этот мир. Я чувствую биение сердца бездны. Оно оживает. Киран, твоя победа — это наша победа. Мы два древних прародителя падших являем одно целое. Освободи нас из тюрьмы, сделанной Руананом. Время пришло. Через 500 лет мы снова возьмем сердце бездны. Теперь нас ничто не остановит. Ничто. Камень оживает, звезды соединились. Придите, мои братья, вдохните воздух новой жизни. Ступите на эту землю, и пусть тьма наполнит час пробуждения. Ладно. Что ж, осталось взглянуть только, что там происходит у дикарей. Но с падшими, пожалуй, все.